Наверняка вам знакомо выражение «короля делает его свита». Оно не лишено здравого смысла. Не так давно вы познакомились с самым настоящим королевским флагманом Samsung Galaxy Note 7. Вот в этом видео. Пора познакомиться и с его свитой. Привет, с вами Артем, и в этом видео от компании Allo я с гордостью представляю вам линейку фирменных аксессуаров для Samsung Galaxy Note 7. Начнем с самого вкусного, с нового поколения VR-очков. VR может быть вот таким. А зачем? А может быть вот таким. Что, и даже ПВА не нужен? Универсальный шлем Gear VR для всего актуального семейства Galaxy, Note 7, S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge Plus, S6 и S6 Edge — это большой шаг вперед. Наверное, те, кто смотрел обзор Note 7, заметили, что у него порт USB Type-C, в отличие от остальных моделей, у которых micro-USB. Совместимость достигается благодаря вот такому малюсенькому переходничку для контактной площадки на самом шлеме. Третье поколение обзавелось кнопкой «Домой», кроме уже относительно привычных тачпада и кнопки «Назад». Конечно же, это существенно упрощает навигацию. Второе поколение Gear VR, увы, обошло меня стороной. Зато с первым я наигрался вдоволь. Относительно первого поколения количество контента увеличилось в разы. Его просто немерено. Игр, впечатлений, видео, причем как платных, так и бесплатных. Работать все стало ощутимо быстрее. Интерфейс стал более продуманным. Даже сами очки стали как-то лучше сидеть на голове. В общем, развлекаться с ними стало гораздо комфортнее. А еще оптимизировали расход батареи. В первом поколении заряд смартфона таял буквально на глазах. Угол обзора увеличился и теперь составляет 101 градус. В общем, теперь девайс даже самым скептичным скептикам однозначно не кажется каким-то баловством. Gear VR эволюционирует, и это имхо хорошо. Но, как говорится, не VR-ом единым. Samsung заманивают пользователей еще и пауэрбэнками. До недавних пор кое-какой другой бренд был практически монополистом на рынке внешних аккумуляторов. Были и другие, но они были не настолько успешны. В общем, теперь альтернатива есть. Да еще какая. Закругленные, местами скошенные формы, взрослые расцветки, темно-серая и розовая. В общем, солидно выглядят. Никаких встроенных фонариков. Пауэрбэнк должен быть пауэрбэнком. Поэтому все аскетично. Кнопка включения, индикатор зарядки, порт для зарядки самого аккума и порт на отдачу тока. Как и Note 7, заряжается девайсина по USB Type-C. Отдает аккум 2 ампера, а это значит, что ваш смартфон заряжаться будет весьма шустро. Емкость составляет 10 200 мАч, то есть для Note 7 такого аккума хватит почти на 3 полных заряда. А как насчет кастомизации вашего девайса? Самый лучший способ — это чехлы. И сейчас я говорю не о каких-то попсовых развеселых бамперах. Я говорю о чем-то действительно толковом и при этом функциональном. Например, чехол LED View. Помимо стильного внешнего вида, он отображает входящие звонки, уведомления, будильники и прочее. Причем сами значки можно кастомизировать, нарисовав самостоятельно в специальном редакторе. Другой чехол, Clear View Cover, ставший для Samsung уже классическим, является чехлом-книжкой, только в необычном исполнении. Сбоку материал стилизованный под кожу, а передняя и задняя панели выполнены из прочного пластика. Тот, что на фронтальной панели, прозрачный. Часто смотрите видео? Вам обязательно придется по нраву чехол S-View Standing Cover. На первый взгляд, это обычный для производителя чехол S-View, однако он позволяет зафиксировать смартфон на любой горизонтальной поверхности так, чтобы вам было максимально удобно бороздить просторы YouTube. Если хотите чего-то более статусного и премиального, ваш однозначный выбор – кожаный чехол. И внешне, и по тактильным ощущениям он выглядит очень и очень круто. Ну и напоследок, если вы хотите обеспечить своему смартфону базовую защиту, вам пригодится обычный прозрачный чехол, который не скрывает всех прелестей вашего новенького Note 7. Каждый девайс заслуживает хороших аксессуаров, а лучший девайс – лучших. В этом видео от компании Allo я познакомил вас с линейкой аксессуаров для Samsung Galaxy Note 7. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие видео. До новых встреч!